Ориентироваться в представленных на российском рынке китайских кроссоверах все сложнее, и отчасти из-за странного нейминга. Еще недавно над маркой Cherry шутили, что они придумывают название новым машинам так, будто это смартфоны. Но теперь Чанянь доказывает, что это не шутка. Так, после обновления компактный кроссовер CS35 получил название CS35 Plus и уже представлен в российских дилерских центрах. В ходе рестайлинга автомобиль заметно изменился внешне. Передняя часть оформлена совершенно иначе, и за счет новых бамперов длина сократилась на 5 мм. Интерьер преобразился не меньше. Изменилось расположение 10-дюймового дисплея мультимедийной системы, приборная панель стала цифровой. В Китае машина представлена с двумя моторами, но в России он снова один, только другой. Атмосферник 1.6 уступил место турбомотору 1.4. У него доналоговые 150 сил, а вместо механической или автоматической коробки – безальтернативный 7-ступенчатый робот. Привод, естественно, только передний, поскольку задняя подвеска у Чаняня полузависимая, а вот дорожный просвет подрос на сантиметр. Комплектации предложено две, и цены начинаются с 2 миллионов 280 тысяч рублей. Старшая модель CS55 Plus вышла на рынок почти одновременно с младшей. Правда, в этом случае приставка Plus — это не рестайлинг, а сразу новое поколение. Размеры автомобиля практически не изменились. Невидимая глазу 1,5-сантиметровая прибавка в длину и сантиметровая в высоту ни на что особенно не влияют. А вот дорожный просвет скромен даже для городского кроссовера — всего 17 сантиметров. Впрочем, полного привода Чанянь и здесь не предлагают, так что на сколь-либо значимый уровень проходимости рассчитывать не приходится. Хотя теоретически такая возможность есть, ведь задняя подвеска у 55-го уже независимая, многорычажная. С точки зрения водителя приборы располагаются над небольшим овальным рулем, сама приборная панель и, естественно, цифровая. Рядом крупный экран мультимедийной системы. Под капотом 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 180 сил, коробка передач 7-ступенчатый преселектив с двумя сцеплениями. Начальная цена без малого 2 миллиона 700 тысяч. В базовую комплектацию включены 4 подушки и 10-дюймовая мультимедийка –